11 же учеников его пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Аминь».